Гос на очень хорошей позиции. Пошла драка. Демар пытается высунуться. Расставляет локти. Бодается плечами в этот момент и Тайлер Феррер. Где-то пятым. Но справа все открыто. Феррер может атаковать. За ним Феррари. Компактный спринтер из Италии. Сел ему на колесо, а Хушевда не пускает. То Феррари, Хушевда. За совсем разные весовые категории. Ну да ладно. 8 метров ширина. Место для всех есть. Выстреливает Кевендиш в гору. И падение. И завал. Кто-то перепрыгивает. Поцату не хотел ложиться. А вот все остальные посыпались. И Мэтт Халегос выигрывает на этом в очередной раз бешеном финише. Поздравляет его с этим большим успехом. И лёг в том числе и обладатель лидерской майки. Бог ты мой. Ой, и Кев тоже упал и серьезно ободрался, как вы видите. И потрясенный стоит в очередь на то, чтобы отправиться на финиш. Очередной безумный день. И вот самый задорный, самый бесстрашный Мэтт Гос, если будет давать нам сегодня интервью, в этом еще раз вы убедитесь. Так, ну тут радость и большие неприятности рядом. И Кев пошел пешком с велосипедом на плече. С велосипедом нужно финишировать, как вы сами понимаете. Австралийские трековые разгоняльщики в этот раз Госа вывезли так, как надо. Не крутятся колеса у Кевендиша. И уже менять велосипед некогда. Тейлор Фини упал очень и очень неприятно. И причем не только его товарищи по команде, но и соперники тоже подъезжают заботливо к нему. Все-таки лидер гонки, уже любимец гонки. Любимец итальянцев тоже, потому что любит Италию. Как и Кевендиш. Но у Кевендиша не получается ничего с языком. В отличие от Тейлора Фини. Что же с правой ногой у Тейлора, а? Слава богу, все в порядке с шеей, с головой. Все-таки, когда влетаешь на такой скорости в завал, вот это...